уже по счету не играть. Вот защитника выпустили дополнительного. Судостроители. Ну, хоть бы мяч не прокусило, потому как совсем немного здесь мячей, которыми можно играть в футбол. И, между прочим, это мячи как раз Днепра, которыми сейчас играют. Перед матчем очень долго выясняли, какими мячами можно играть. Оказалось, что куда-то исчезли мячи, которые планировались, как игровые у команды «Судостроитель». Да, вот так и сказал Данис Люкин. Мячи исчезли. Были несколько мячей прошлогодние, которые совсем уж старенькие. Там были несколько тренировочных мячей, которые накачали они через минуту. Ну и дали возможность хозяевам вернуться. Тут возвращается на поле. Возвращается на поле тот четвероногий друг, который совсем не друг сейчас. Ну и как бы не просил этот пес Дмитрия Семенова, он мяч ему не отдаст. Администратор наш такого не простит. Кощунство. Ну а там